Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пророк Иезекииль. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени, из середины огня. И из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был как у человека, и лица у них, и крылья у них, у всех четверых. Крылья их соприкасались одно к другому, во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их, лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лицо тельца у всех четырех, лицо орла у всех четырех, а над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресла его и выше, и от вида чресла его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каждом виде бывает радуга на облаках во время дождя. Такой вид имело это сияние кругом. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.